Скончался за рулем автомобиля. ДТП произошло накануне в микрорайоне Юрьевец. Как сообщают в ГИБДД, авария случилась около 15:40 на улице Ноябрьской возле дома 2Б, рядом с выездом на федеральную трассу из микрорайона. По предварительной информации, 60-летний водитель «Ситроен» выехал за пределы проезжей части и влетел в столб ЛЭП. В соцсетях о произошедшем написал и сын погибшего. По словам мужчины, у его отца случился инсульт. Инсульт. В последний момент перед пешеходкой ушел в столб, чтобы никого не забирать с собой. На данный момент собран проверочный материал, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам экспертизы будут сделаны правовые выводы. Еще одна авария произошла в Коврове. Накануне в 19:20 на улице Дегтярева столкнулись два автомобиля. В результате ДТП также пострадал и пешеход. По предварительной информации, 19-летний водитель «Приоры», совершая левый поворот, врезался в «Форд», за рулем которой был 22-летний водитель. В результате столкновения иномарку вынесло на тротуар, где автомобиль задел 15-летнего подростка. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» и пешеход были направлены на амбулаторное лечение. По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.